Всем привет, друзья, канал Мусалим. В работе у нас Volvo S60. Автомобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию 4 дверей. Двери мы разобрали, краткий обзор штатной шумоизоляции. Эти по всем дверям, таких вот несколько кусков фибропласта. Владелец жалуется, что скрипучая, гремучая дверь. Поэтому подготавливаем поверхности. Будем клеить три слоя шумовиброизоляции. Первый слой клеим вибропласт, толщина его 2 мм. Максимально обрабатываем поверхность, тщательно прокатываем валиком. Второй слой. Также у нас идет вибропласт, толщина его 2 мм. И третий, заключительный слой, мы наносим на дверные обшивки. Это у нас шумопоглотитель, толщина 15 мм. Доделываем, собираем обшивки, все проверяем. Автомобиль готов. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!